Евросоюз оставил в силе санкции против России. Сегодня в Брюсселе утвердили решение Совета постпредов стран ЕС продлить ограничительные меры в отношении нашей страны еще на полгода. Новых пунктов в санкционном пакете не появилось. Брюссель увязывает продолжительность санкций с выполнением Минских соглашений, но при этом закрывает глаза на то обстоятельство, что киевские власти откровенно саботируют мирный план. Российский МИД в этой связи заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций фактически дает индульгенцию Киеву и позволяет ему действовать безответственно.